Младший медицинский персонал от Карской районной больницы требует вернуть им заработную плату. Напомним, руководитель медучреждения с ноября резко сократил ежемесячные выплаты санитарам, а также уменьшил количество отпускных дней с 42 до 28. Не получив никаких объяснений от руководства, доведенные до отчаяния медработники обратились за помощью в прокуратуру и в региональное министерство здравоохранения. Была организована проверка медицинского учреждения, которая доказала незаконность действий руководителя больницы. Частично факты подтвердились, то, что было в обращении. С каждым сотрудником, кто обращался именно по жалобе, проведена беседа с сотрудниками нашего министерства, даны разъяснения. Хотя эти разъяснения должен был давать руководитель учреждения, именно главный врач или специалист, который курирует именно выплату заработной платы. В настоящее время ситуация исправлена. Кроме того, в декабре всем санитаркам будет произведена доплата за ноябрь. Также руководитель учреждения предупрежден о персональной ответственности, и к нему будут применены меры дисциплинарного взыскания.